Друзья, с вами я снова Игорь и Плей. Сегодня мы... Я выживаю в этом городе. Если что, не обращайте внимания на это. Это с имени разведчик был. И его подружка. Мы их убили. Они разведали нашу информацию. Потому что я тут по рации общался. Тут наш проход. Эх, хорошая это была база. Мне сейчас нужно найти нашу базу. Новую. Помните в прошлой серии? Я вам ее показывал. А энты сейчас на разведке. Они сейчас не могут подойти. Так что их типа аж-то не будет. Наконец-то я пришел на мою родную базу. Ну не родную, но на данный момент на нашу базу. На нашу новую базу. И привет, что? Привет, ученый. Мы тебе там сделали нового робота. Алло. Ты любишь больших товаров? Да, это мой один из любимых языков. Посмотри туда. О, это мой робот, спасибо. Смотрите, они мне робота сделали. Большого? ТВМН, это супер большого. Это теперь я плохо пролезаю. Так, большой ТВМН, можешь пролезть сюда? Все, мы тебя засунули. А, смотри, вот большой, и супер сил. А ты, да. Мне нравится. Потому что это супер. А с этого вы его делали? Тогда ты не снимал ролики. А, понятно. Значит, ты его очень быстро сделал? Да. Смотрите. Я теперь твой робот и твой хозяин. Ха-ха. Большой ТВМН. А с Орали придет обычный ТВМН. Он уже, то есть большой обычный ТВМН. Он уже тут. А, вот он. Привет, братан. О, привет. Смотри, тут моего лода взяли. Это супер большого. Да, я вижу. Это мой робот. Твой. О, отлично, теперь ты один из нас. Да-да-да. Кстати, агенты, молодцы, что сюда телепортируетесь. Потому что... А где остальные? А, они там еще дерутся, понятно. Другие агенты еще дерутся. Я пойду на нашу старую базу. Вспомню эти времена. Не бойтесь, мы все трупы уже убрали. Да, смотрите, что это с ботов. Мы взломали с агентами хранилище с ботов, и смотрите, что это их тут. И хранилище с эбидистов. Ладно. Если вам тоже жалко тех агентов, которые защищали базы, на них напали с боты, куча с ботов и убили их, и захватили базу, то подпишитесь на канал. Давайте наберем до конца недели где-то 850 подписчиков. Давайте. И не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Большой Томмен, вставай. Они же даже сейчас встанут. Сейчас и все остальные придут. Отлично. О, агенты, вы уже пришли. Конечно же. А тут плохие новости. Всех других агентов взяли в плен с боты. Отлично. Это точно плохие новости. А эти что? Эти те, которые остались. Понятно. Кстати, ты видел, что у тебя тут клон? Твой собрат. Да. И теперь он один из нас.
В смысле? Он теперь один из титанов. Серьезно? Вы мне сделали целого титана? Это, конечно, без ядра. Ну ладно. Все, нас боты из Ивидисы. Мы скоро вас победим. Кстати, а где близнецы? Да, они тут. Где? А, вот они. Вот близнецы. А давай лучше закроемся. Отлично. Думаешь, ты мой титан? Давайте сейчас что-то поставим. Давайте досками заделаем. Так, поднимайтесь. Ладно, вот так. О, хватит. У нас и так тут целых куча досок. Там, может, нет прохода, но мы на всякий случай закроем. Тут будет наш выход. Тут наш балкончик. Мы тут смотрим, отдыхаем. С агентами. Тут доска. Ладно. Тут будет проход. Тут тоже проход. Получается, заделаем. Плохо. Так, давай мой титан. Мы сейчас тут закрываемся. Тут они умеют летать и прыгать высоко. Да, и в этом минус. Да, и НТР, в этом минус. Кто там? Где? Нет, Энте, не умирайте. А Энте, их тут много. Нет, главное не потерять никого. Почему сразу на меня? Нет! Амирамен! Нет! Амирамен! То давайте сейчас посмотрим, что это за Амирамен. Это обычный Амирамен. Все, ученые, спасибо, что выстрелил в него. Наши агенты все меньше и меньше. Главное, чтобы они нас не уничтожили. Если они нас уничтожат, нас вот это мир в этот город перейдет в их руки. У меня необычный Амирамен, у меня есть джипа, а у некоторых нет. Продолжение следует.